Дорогие друзья, мы начинаем съемки фильма «Голоса вечности», раскрывая секреты реинкарнации. Меня зовут Марина Кельнина, я ведущий регрессолог Центра пробуждения, и на данный момент мы занимаемся съемками этого замечательного фильма ради популяризации техник регрессии, для того, чтобы для широкой аудитории показать эти методы, эти технологии и создать понимание возможностей для работы со своим подсознанием и высшими духовными аспектами. В этом фильме мы раскроем множество интересных тем. Мы поговорим о том, каково же строение сознания человека, почему люди находятся в неком поиске себя и что это значит найти самого себя. Как человек может ощущать соединенность со своими высшими аспектами? В чем она проявляется? Как найти ответы на волнующие вопросы? Это и многое другое ждет вас в этом фильме. И я приглашаю вас поддержать нас в этом замечательном начинании.